Здоров, подчаны! Мегагосовский прусовский гайд на Элла Зора Кипервзелигхта Лигхта. Мастер манипуляций со светом и манной. Манипуляций со светом и манной. Когда-то Элла Зор был ученым и является могущественным учителем для многих. Борода — это признак мудрости. Прожил очень много, у детей вся башка лысая, ну, ничего не знают в мире, только сиську пососать и сходить на горшок. А у этого деда он может залить в ММП, может затэшить, может превратиться в ин... какого там, блять, в коня, в трансформу войти, короче, в суперскую трансформу, ладно. Тем не менее, его отступничество и предательство союзников в войне магов стало причиной вечной ссылки в царство духов. Ну вот, царство духов — это ответ ульт. Ульт, вы становитесь как духом. Как бы то ни было, зная о его духов, блять, огромнейшей силы, Синдлис. Синдлис — это... Синдлис. Подождите. Синдлис — это светлая сторона, а скорость... Так, стоп, я запутался. Про Сера я говорил. Скоурси! Скоурси — это светлая сторона, блядь! Ладно, ладно, это простительно, честно. Так, вот. Скоурси — это... Скоурси — темная сторона. Синтлис — это светлая, вот. Дед за светлых наш воюет или воевал. Синтлис подарили ему телесную форму в материальном... Ага, мере, в обмен на помощь в войне против Скоурси. Скоурси — это вот наши враги, получается, да, нежить. Элла Зор выполняет свой долг, доблестно помогает товарищам, несмотря на свое предательство. Прошлое, о котором почти ничего не известно. Почти ничего не известно, все. Пикаем. Плюс 16 силы, 18, 1, что-то 8 десятых. Ой, что такие лаги, стоп! 40... 50 FPS, все нормализовалось. Первым левелом чем мы качаем мы Т-шку. Изучить иллюминатин. Закупаем вначале. Обсивард. Ой, обсивард уже есть. Бля. Ладно. Все равно покупаете обсиварды. Всегда. И идем только на сложный лайн. Сложный лайн — это наше все. То есть мы ставим варды. За место Лины должны были. Просто я там долго отвечал. Объяснял вам все. А то непонятно, что за тэшка. Концентрирует мощный энергетический шар. Наращивается на нем по 100 урона за секунду. 100 урона. И он сколько? 200 дэмэджа наносит. 200 дамаги. То есть 2 умножьте на 100, 200 дэмэджа. За секунду высвобождается шар, накопленный урон со всеми врагами. Линия — это 800 рейндж. Хук как 1,5. 1,5 левел хука. Сейчас анимацию скиллап вы только посмотрите. Этот... Ой-ой-ой! О-пум! И все мобы покоцаны, все мобы. Даже инвизница там вот эта вот. Брутмаза, блядь, сидела, бедная. Вон, она фуловая, не попал по ней. Просто за Лазура нужно так играть, беспалевно. Но, опять же, когда светит солнышко, нахуй это солнышко, нам не нужно. А, например... Вот, Синдлис, да? Нам надо было вообще Синдлис покупать. Ну, я просто по привычке покупаю обсерваторию Ревард. Вот. Когда солнце, день, утро, это не лазурское. Не лазурское время. Вот. А когда ночь, текстурки... Сейчас. Бродмаза там наметила нас. Пизда тупая. Почему она нас бьет, а не магичку? Ну... 500 хп, и у нее 500... Вот, вот, вот! Вот она, блядь, наглюха-шлюха. Сейчас, сейчас, накрутка. Вторым левелом качаем третий скилл, цешка. Цешку качаем. Нет, ну это пиздец! Слушай, сделай с ней что-нибудь! Сделай! Не-не-не, все-все-все, стопе. Мы саппорт... Покупаем варды, блядь. Одних мало будет. Ничего, на базу сходим, не обломается. Два раза купим. Не, она так, блядь, просто не будет. Вы чё? У нас 500 хп. Для нее это просто рай. Она может ФБ взять. На нас взять ФБ. На Элла Зоре, блядь, которая мега мудрая. Совсем, что ли, больная?
как там, паучиха ебучая. Ну вот. Она там коцает, коцает без синтлерсов. С антивардов полная хуйня получается. Ну теперь, детка моя, блядь. Ты так не постоишь. Она экспится здесь, в этой части. Ничего. Второй, третий скилл что нам делает? 40 МП стоимость. Почему такая маленькая? А потому что он так-то МП не требует. И что он, какие способности его? Открывает чакры. Чакры, блядь. Нарутова! Наруто, ёпта! Чакр. Ну что? Давай, 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 накрутка, накрутка, накрутка. Я задел ее, задел. Давай, дэшкой, дэшкой, блядь. Отлично, отлично! Вот. Восстанавливает МП 75. Ну это мало. Но на первых левелах, на начальных, оно все раз... Слушай, Баратюн, блядь, ты там не попутала? Блин, вот дурак. Да чего мозг слабенький у парня? Все разрушает, ну разрушай еще. А накрутку ты получишь, на. Вы можете в любое абсолютно время отменять ее. Тихо, тихо. И куда он вард засунул, вы мне скажите? Не понял, блядь. Не понял, он падет, падет. В какую-то... в деревьях вард наш. В деревьях, смотрите, спалили наглецы! Ющенко, блядь, хватит там! Хватит! Вот он, сука. Сука, блядь, быстрей, быстрей, мы должны, мы! Последний! Ах ты, блядь, ебаная. Ну, сука. А вот это, фулл хп. Похуй на МП, похуй на МП. У него фулл МП, блядь. Фулл хп, ёб твою мать. Му, могла бы затанчить. Пошла в пизду. МП не давайте никому вот. Таким сыкловеньким уёбом. Даже если вы в скайпе с ними сидите. Нахуй гнобите. Не надо, не дам МП. 75, 75 МП мне заливает. Накрутка стоит 150. Это 2х залива. По 20. Одна минута, одна накрутка. Ёб твою мать, блядь. Проседаем по МП. Не пойдет. Цешка. Ждем четвертый левел, качаем Тэшку. Тэшка уже сносит 100 урона в 3 секунды. 3 секунды накатывает. Это 300 дэмэджа. Вот, 300 дэмэджа. Ставим нахуй вард от этой тупой пизды. Последний моб остается. Последний моб. Так, а чё я без озвучки играю? Так, озвучка нашего Пендальф. Пендальф его зовут. Йо! Помните Властелин колец? Он тоже был мудрый. Пендальф. Только где Арагон? Арагон это ведь оттуда. Да, Арагон. А тут с этой фигни. Опа-на! Вы видите? А по где стан от нее? Ну, нет реакции у бабы. Или ульт хотя бы. Ульт. Ульт точно бы убил. 500-600 дэмэджа наносит. Но ничего такого не было. Бля, жаль, здесь нельзя спаривать. Сейчас, смотрите. Конь и такая маленькая девочка. Особенно, когда Линос фидит, вздыхает. Бля, это так пиздато. Она поднимает, раздвигает ноги. Там чуть ли не промежности видны все. Пиздец. Потом нужно этот выбрать момент. Выбрать момент с этой фигней. Ладно, зальем ей МП. Зальем МП, этой, блядь, пизденки. И накручиваем. Все, ночь наступила. Накручиваем в крысу там со всяких разных сторон. Тэшку. Оп! Оп! Попал! Попал! Пол хп нет. Пол хп. Она злющая. Это знаете, как бесит? А, некоторые даже не выдерживают. Покупают варды. И ставят вот сюда, чтобы палить вас. Такое тоже бывает. Хоп, вард поставим. Вард. Хотел отвод сделать. Поставила сеть. Да кставь сеть. Только моя тэшечка, она пробивает ваши все едвизные шелудивые такие делишки, блядь. Скрытные тоже мне тут нашлись. Вот, молодец. Ульт дала. Ноги тоже там раздвинула. Покоц. Нет, чувак, ты на меня нападал первый. Пойми меня. И накрутку в жопу. Я попал, попал. Рейндж 800. 800 рейндж. Вне зависимости от времени. То есть вы 3 секунды... хоть 3 секунды накручиваете, хоть за секунду пульнули, все равно рейндж будет какой 800. Хоп! Видите, я отменил моментом. Сейчас. А на пятом левеле мы уже качаем цешку. Чтобы по МП вообще не проседать, это нам хватит на 2 тэшки.
На Иллюминате он. Так. Что делать? Что делаем? Вард поставим. Вардить мы не забываем. Но это поначалу. Потом, когда почувствуете кровь, почувствуете там ассистики, мобиков. Очень удобно им фармить, этим лазором. Покупаем. ПТ. О, я окружаю. То инвокеры, блядь. Так, тихо. В крысу, в крысу. Нас не спалили, не спалили. Накручиваем в крысу, ей. Застань, застань. Тупая пизда. А ульта у нее есть? Ульта есть у нее? Ну, неудач. А он, по-моему, оббегает, нет? Засал. Эх, жаль, жаль, жаль. Вот два мага хуйня. Лазор должен идти с лейтом. А нафига два мага? Кто у нас фармит? У меня вот, например, 8 мобов всего. Даже с тэшкой, потому что я что-то не любитель этой накрутки. А, еще на начальных левелах можно купить Soul Ring. Вместо там каких-нибудь вардов насать на варды, допустим. Покупайте Soul Ring рецепт, чтобы не бежать. И остальные вещи, там кольцо Регена и Соби Маск в этой, блядь, в таверне, в магазинчиках. Докупаете, не отходя от кассы. То есть по 150 МП кольцо Soul Ring регенит вам, не отнимает 150 хп. Вот. Вот так. То есть на одну тэшку вы можете юзать. Тэшка, КД. Soul Ring вместе там сколько откатывается? Секунд 20, 15, блядь. 10 секунд, вот. Если ману... А, если... Так... Короче, секунд 20 Soul Ring откатывается, примерно. Не классно, не классно. Ладно, плевать. Все, все, завязали мы снизом. Идем на тот лайн, который свободен 20 FPS. Что? Алло, DDoS. DDoS-ит, бля! Мой проц, как так? Я играю за коня. Да будет... А говорят, у кого маленький лоб, тот тупой. Посмотрите. У Элазора маленький лоб. Но он мудрый. То есть все в бороду ушло. Накручиваем. С четвертым левелом, кстати, тэшки. Мобы. Ну, вы можете разваливать парики, сможете. Вот так вот вам скажу. Стрелок уже там страдает, бедненький. Страдает. А воины с Коуэрси или Синтлес, у них будет оставаться на один удар. Один, ну да, на два, вот с таким вот шмотом, который у меня сейчас нет атаки вообще. ДД сейчас пойдет, плюс 4 атаки у меня будет, плюс 2, вот. Придется с двух плюх убивать, если вы купите там форс-состав, я буду форс-состав делать. Почему форс-состав, попозже объясню, ульт я тоже не буду качать, потому что он не нужен, не нужен, пока что не нужен. А потом, вот, кто здесь у нас? Кто здесь у нас? Кто здесь? Вот, инвокер, блядь. На него... Не-не-не, инвок говно. Хаос Кнайт. Ультуем. Потом я вам все покажу, объясню, что он в трансформе делает. Ну, скажу сразу, превращается он в такого пиздатого деда. Пиздатый дед. Это как дед на R8, да, хуй. Вот. Ладно, Сэшка, заливаем ПКД. ПКД. По МП уже не проседаем. Третий левел Сэшка. Тэшка тоже третий левел. Все, 1100 адена имеем. Никакие фрезы, никакие ПТ покупаем. Ой, никаких этих аркан. Покупаем вот ПТ. Собираем. Наглая брутмаза. Ой-ой-ой, нагло. Ну сейчас мы ей закрутку. Еще вы можете себе позволить пойти на мид. Ну, если рассчитываете. И вот так вот. Вот так вот транжирить. Траншерить нервы, блядь, своих противников. Вот. Это знаете, как мерзко, блядь. Особенно СФ какой-нибудь стоит, там колбочку купит и доволен. Доволен. А там и Лазор выходит. Тэшки по КД. И все, пиздец. Так, что я хотел? Где курица? Курицу мы не обязаны покупать, скажу вам. И сейчас, в данный момент... Я тоже не буду вардить. Варды покупаем только на первом левеле. На отводы. На сложный, на легкий лай нам нет смысла идти. Нет смысла идти. Я так считаю. Потому что, ну чё? Легкий он для кого? Для всяких ни о чемных гуль, да? Они
пикают люди, такие гуль, пытаются затащить в лесу, не отходя от кассы, убивать. Но получается полная хуйня, бля. Вот. Анимация атаки Лазура супер пиздатая. Смотри. Оп! Такая плюха. Беленькая-беленькая плюха. Оп! Бля. Хоп! Да да ёб твою! Не хватает атак спида. Полет плюхи очень медленно. Все. Снова накручиваем. Т-шки нет. Хоть и она третий левел, сейчас появилась. Ну, во время накрута нельзя улучшать его. Хопана. Так. Все, накрутка. Пошли, пошли. На фаст-пуш можно еще Лазура пикать. Фаст-пуш. 600 АДН меня окружают. Хотят. Мы очень хилые. Если не Сейдж нас застанет или, блядь, какая-нибудь пизда подметит. Там Гонда. Все. ГГ. Наши враги кто? Пудж. Он же союзник. Пудж. Почему? Есть МП. Залить. Хуком мажут. 99% ICKP просто на пуджах не умеют играть. Не умеют. Хуки в кость. Не знают, что такое проверочный тактический хук. Ну, короче, очень слабые. Очень слабые. Поэтому Лазур как раз качает там цешку с ним. Что-то у меня на носке прилипло. Цешку качает и заливает МП по КД. Так же, как и запускает Т-шку. Хотя с Т-шкой нужно удерживать. МП-то у вас не будет. Пуджин с МП, а вы без. Все, уже все мобы падают. Стрелки с одного коста. Воины с двух. Вот, четвертый левел. 10, 5, 800, 500 урона с одной Т-шки. Это пиздец. Знаете, кто будет негодовать? АА, Брутмазы. Ну, инвок, он какой-то, сколько там хп, блядь. Особенно магички, прокиньте, магички, Леоны, ВД, Расты, все сусо. Дазлы, йо-хо-хо. Вот. Next start, у нас мека. Идет. Мека, мека, всегда, всегда. Ой-ой-ой, уходим, 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 уходим. Ой-ой-ой-ой. Уход, блядь. Так. Где? Кольцо Регена мека собирается. Hood of Hydrus. Вот, Hood of Hydrus. Бежим. Да, я долго все делаю. 26 мобов. Я не фармил, вы можете фармить, если стоите с какой-нибудь обоссной магичкой. Там что за полеты такие? А, похоже на анимацию Феникса было. Очень похоже. Все, идем на деф. Он такая Лазур, как фаст-пушер, как так идет антипушерам, антипушер. Они нападают на нас со своими паучками, брутмазы. Особенно пиздата. Идти против Энигмы тоже. Делает своих пиздюков, сыновей. И не знает, куда я направляю. Вот. Пошли, нападают на... Ой-ой-ой! Пиздец. Кто куру отдал? Ну, это, конечно, вот эта извращенка, ёпта. Пиздец, а чё они такие борзые? Вы чё, ребята, блядь? Пош... МП есть. Давай, станем! Я хз. Я там ничего не мог сделать. Ничего. Т-шка, КД. А вот... блядь! Всё, Ф-ку. На, сука! Просто, блядь, хилы. С одного крита убивает нас. Почем? Ну это пока. Пока убивает. На 8-м левеле вы можете наблюдать, вот на... Как играются ваши напарники, блядь. Всякие тини-тюны без МП там бегают и орут. Где Лазур? Ну, орали бы. Так, next. Покупаем это. Кура не потеряли, поэтому наша мека... Меки, короче, не будет еще 80 секунд. Еще, если вот сейчасшняя ситуация у вас в игре происходит, что мы делаем? Идем в леса! В леса. Чтобы идти в леса, Т-шка у вас должна быть четвертый левел. Четвертый левел Т-шка. Это убивает все парики.
Сейчас. У них варды, короче, блять, у них варды, ёб твою мать. Что за дота? Куда я попал? Какие варды, ребятушки? Ребятушки? Какие варды еще, блять? И лазур. Охуеть. И причем они охотятся на лазур, знают. Нет защиты. Самый хилый 800 хп. Такой худенький. Пуч, кстати, вот. Пуч идет как наш враг. Он, если вас вытянет, пиздец вам все. Вы не уйдете. Можно уйти. Есть способ. Три способа. Прокачать второй скилл. Прокачать ульт. Или собрать форс став. Мека иногда даже в некоторых случаях не спасает. Не спасает мека. Все, юзаем эфку. Посмотрите, что сейчас будет. Что сейчас будет? ТПшим. Думаете, что это такое, ёб твою мать? Бум, дэшка выпускается. И ни в кого, никого не убили. Ну, ёб твою, мы засамонили магичку. И можем не только магичек самонить. Всех. Всех союзников. Любого рода. Дагестанец, не дагестанец. Еврей, не еврей. Хоть поп. Даже папа. Можно засамонить. Все, мы самоним. Еще. Оп. Еще засамонили. И даем ей хилку, хилку, хилку сразу на нее юзаем, чтобы это не было похоже на фит, еще что-нибудь. А то она может репорт написать, блядь. Только хилки. Хилку я, кстати, в первый раз в жизни отдал. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Накрутка, накрутка пошла. Вы должны рассчитывать, куда они пойдут. Так, остановка, остановка. Молодцы, молодцы. И все, гэшкой, гэшкой его. Блядь, МП нет. МП нет. А Брутмаза там что-то бегает, воняет. Сейчас, 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 на. Держи, держи. Сука, мне ассист даже не дали. Инвок! Инвок! Еще один выстрел по мне, санстрайк, блядь. Я так и знал же, ёб твою мать. Они ничего не могут, я этой пизде МП... Вот, вот. Заливает МП, ничего не делает, ничего. А зато колба у нее. А я свою колбу отдал. Благотворительностью занимаюсь. А эта пизда, сисяста, ничего не может. Сейчас ее отпиздят, надеюсь. Отпиздят, отпиздят. Ну, ну, ну. Нет, не отпиздили, блядь. Раздвинутые ноги не, нельзя увидеть. Ну, наглые, наглые уёбки, это тоже. Они фокусят и лазоров, как видите, инвокеры, блядь. ВВЕ клацают и довольные. Мы же пробиваем Пендальфа, Пендальфа. Но ничего, ёпта. У нас же лоб маленький, а борода большая. Да будет. Тан-тан-та-дан-дан. И у нас, знаете, что есть? Мека! Теперь мы будем жить столько, сколько и Черчилль не жил со своим образом жизни, блядь. Мека регенит плюс, сколько, 250 единиц здоровья. Так что 800 хп у нас, оп, фул, накручиваем, накручиваем. Никому фарм не даем. Поздно, магичка, поздно, поздно уже. Я ей давал фарм на низу, она ничего, что у нее там, блядь? Чего хочешь? Фу, блядь, чего хочешь? Хочешь моего коня? И мы... А дед, кстати, он прирос к нему, что ли? Не-не-не. Ой, дед какой-то дистроф, вам не кажется? Хо-хо-хо! Оу! Будет исполнено. Пиздец. Особенно ржачно хвост дергается коня. Одна и та же, короче, анимация. Даже мобы боятся. Ну, чем мне еще он понравился, лазур? Он широкий. Ну, вот, посмотрите. Какой. Оп, можно как стомпить. Оп-оп-оп. Оп. Оп, все, все, все застомпили. Накруточка пошла. Уже с четвертым левелом Тэшки мы можем убить с прокаста. С фул каста, ёб твою мать. Всем зергам. Давайте по одному, блядь. Лазура убивает. Ой! Это как ребенка убить. Сука, убийцы. Ладно, ждем респа, пока можно посмотреть, что... Гуля, наш союзник. Почему? Ну, за счет второго скилла. Второй скилл... Сейчас я вам зачитаю. Он выжигает МП, вкратце я вам скажу. Выжигает МП. Точные цифры не помню. Сейчас мы посмотрим. Выжигает МП. Но не просто так. А именно тогда, когда враг бежит. Он убегает, МП выжигается. Остановился, как ульт сикера. Вы бежите, МП отнимается. Со вторым скиллом и лазура вы бежите, у вас не ХП, а МП отнимается. Understand for me.
Ешка, блядь, а чё так много написано-то? Ослабляет связь между физической и магической формой. Сущностью врага, если цель... Начинает его сущность будет разделяться. Чихух, какие нахуй разделения? Вот я нихуя не понял. Вот, вы поняли какие-то разделения, деления? Пиздец, ёб твою мать. Ёб твою мать, второй скилл. Рейндж не хватает, рейндж, второй левел сейчас появится. Так, так, попался, попался, ну ёб твою мать. Все, пацан попался, посмотрите анимацию, без МП, без МП, мальчик. А это что хочет? Слушай, мистер Брудмази, блядь. Мистер Брудмази, получайте, мистер Брудмази. Охуевший, это наглость уже. Украин. Точно, вот. Украин, желтизна, желтость. Желтость, фу. Этот флаг. Чё за запах? Да, запах ихнего флага. Ну как вот. Сущность, вы бы не поняли. Какое нахуй разделение? Что, иллюзии делает от врагов? Нихуя. Если враг потеряет всю свою ману, он становится в стан, да. Становится в стан. На микростан там, по-моему, сколько? Ну, ненадолго, может на секунду. Достаточно ТП сбить, поэтому... некоторые ваши враги, они не двигаются, знаете, стоят, им похуй. Например, танк, блядь, стоит, и вы его там лупаете, он переждет вот этот второй скилл. Но нет! Элазоры собирают форс и став! Знаете для чего? Хе-хе, уёбок остановился, стоит, что-то ждет, ждет. А вы его отталкиваете специально. То есть, форс и став двигает в цель вас и ваших противников. Вы улетаете нахуй. И выжигается тем самым МП. И пиздец, тоже тактика. Манный максимум за перемещение на каждые 100 единиц 1,6 секунд оглушения. Вот, 1,6 секунд оглушения. Ну, вот так вот. Вот так. Этого достаточно, чтобы сбить ТП. Этого достаточно, чтобы, блядь, убить инвокера. Бедный инвокер, там блондинчик обосненький. Ешка уже... Да, блядь, он меня заебал! Ёб твою мать! Так, кто? Хуиску! Вешаем на Брудмаза, блядь, а то там врубилась, дурочка. Сейчас 5 секунд! Ёб твою мать, блядь, куда накрутка вообще полетела? БКБ! БКБ, псина! Снова накрутка, Ешка, Ешка, отлично, мы затравили их в такие щи, блядь. Так, так, кто? Куда ты, Гуля? Ёб твою мать, блядь. Я не того свапнул. Короче, ешка его, все, цешкой, блядь. А-ха-ха, метеор! Пиздец, ну вот это Фидели, Фидели, у меня МП нет, блядь. Кто кого? Кто кого, я или инвок, блядь? Отлично, все, минус, ультра! Это ультра за счет кого? Элазор заливал МП, блядь, по КД Тинику заливал. Этого не было видно. Ну, я заливал и Меку, блядь, давал. Юзаем цешку, вот мека все дано. А-ха-ха! Все, заебись. Итак. У, 1600 адены имеем мы. 1600 адены. Что купить? Визард. И ее в леса. На лайнах... Вообще, купим варды. Потому что сколько нас уже раз в лесу принимали? Раза 4. Значит, у пачанов варды. Все. Вард есть, все есть. Бежим, 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 бежим. Оп, опа-на, пацаны, а вардит. Ему поди премию там, блядь, труда хотят вручить. Да нет, пачан. Ты, ю, свижен. Ты свижен. Там инвок орёт. Он уничтожает вард, я собрал Академию, барабаны, еще и ветра. Ёб твою мать. Это, кстати, неплохой шмот. Но все равно не достаточно. Юзаем эфку. У нас, кстати, МС увеличивается под эфкой, чтоб вы знали. Накрутка! Опа-на! Кого убили? Кого? Сука! Никого не убили, ёб твою мать, блядь. Цешкой, цешкой меня елозит, елозит. Ой, как много хп отнимается. Меку юзаем, юзаем меку. Сейчас поставим вард, поставим вард. Брудмаза где-то здесь должна быть. Ой, меня подкидон, подкидон! Минус промах, промах. Кого? Засамонит, засамонит, замедляющих есть, все, все на базе у нас тут.
Бежим, бежим, бежим. Юже МЦшку на себя. Ешка, ешка его. Где ты? Где ты, мразь? Алло! Ну пиздец, все, они выжили. Размен, ну заебись. Вот, Элазор делает игры против... Вот. ДДшников. Трансформа, Бэшка. 80% промахов. С левелом у нас скиллы... Только откат, короче, уменьшается. Там, на 10 секунд. 80, 60, 70. Вот так. Все, тему с форс-составом я сейчас тоже покажу. Кто меня убивает? Что-то этот... Иконка стала красной, наша фото, блядь. Фотография. Ой. О, что-то мне плохо. Так, лиса идем. Лиса, Тереза. Все, с форс-составом. Теперь нас... Не убить! Копана, бля. Копана, форс-состав, цешка, ешка, единичка, но это нам, у меня на бенди. 1, 2, 3, 4. Вот. Ну чё? Ждем замесов, фарме даем, пускай гули здесь орудуют, это ихнее право, у них все-таки больше шанса, блядь, затащить, чем у Лазора, как-никак, мы макнах. Ой, Пачан лагает, на него же была надежда, ёб твою мать. Я дал ему фарм, короче... Играя за Лазора, никому ничего не давайте, если это не ваш там знакомый, который там божит на лите. У меня, к сожалению, таких нет, кроме себя, кто бы пожил на лите. Поэтому на Лазоре фармите сами. Орёт он, не орёт, все равно фармите сами. Вот, Найкс, и что с ним делать? Все, подсадливнул, блядь, подсадливнул. А в леса, а леса он оккупировал. В итоге бедный Элазор сосал писю. И сейчас имеет какой-то санный форс-состав. Но ничего, ничего. Ой-ой-ой, отталкиваю. Ну пиздец, короче. Магичка, я знаю, ты сможешь. Гулью направьте. Отлично, Меку забыл дать. Тэшка, а у Хикса? У нас Хикса? Ух ты, заебись. Накрутка снова. Оп, ассист получить и убить. Супер. Супер, бля. Даже с ливером, с санным ливером, ну у него, кстати, ничего. Хуйня, шмот, бля, ёб твою мать. Сейчас все разрулят. И нам ничего не оставят. Посмотреть, какие скупердяи. А зачем ты там стоишь? По мобам не попаду. Вот, 4 моба. Класс. Класс. Второй левел. Все, 16-й, 17-й. А теперь, дамы и господа, начинаем покупать варды. Смоуки, гемчики. Нам больше некуда идти. Все, у вас все есть. Вы имеете меку, вы имеете барабан. Ну, можно... Ой, форс-состав. Можно еще, вот, говорю, собрать барабаны на атак спид. Только кому? Ну, вот этой пизде ничего. Потом Гуля. Вот Гуля, если был бы жив, то, возможно, я бы сделал их. Да будет так. Ладно, все, опа-на, все у нас тут есть, кроме смоука. И начинаем вардить после вот этих собранных артов, Три арта, ПТ, форс-состав и механизм. И начинаем фармить леса за место гульяши. На лайн выходить опасно. Пачаны могут в инвизе как-нибудь, да, у нас есть гем, ну и что? Могут, это же дота, ебать. Могут с блинка залететь, кто там с блинка? Инвокер как-нибудь. Вот, а, поднять ветра вас и убить, все. И вы бессильны. Как попали в рабство. Снова вардим, убиваем мобов. Мы должны на что-то там существовать. Ух ты, тут, короче, игра-то жестко созревает. Я вам на полном серьезе говорю. Прям какой-то чемпионат. Я не люблю чемпионаты и смотрел всего один раз в жизни, какой-то там чисто случайно наткнулся, когда какая-то бомжатская команда проиграла другой бомжатской команде. А тут вардят!
Короче, это круче всяких там яралашев, блядь. Хоп, хоп. Чё, смотрит? Смотрит своим корейским глазом. Ой-ой-ой! Убивает Вард, блядь, у него же кем? Кемчик у Лазуры! Зафлудил, все, я вам точно говорю. Гем! 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 И разными голосами. И по-разному написал. Стоп, что там, все нормально. Все заебись. Конь, кстати, лагнутый. Лагнутый, я только что заметил. Когда я на коне, у меня все лагает. Даже дота. Это вообще нормально? Будет исполнено. Вардов нет. Оп, стоп! Ага, это. Все. Все норм. Да будет так. Еще кое-что. Что вам нужно знать, пацаны. Если вашу цель атакуют. Если вашу цель атакуют. Которую вы самоните. Вот, я хочу засамонить. Только можно противников. Ой, союзников самонить. Все. Побежала, побежала, побежала. Побежала. Хоп, хоп, блять, отсамонить ее. Стоп, бэшкой, 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 травить, травить! Травить, отлично, магичка. Не зря фармила, но ее красные пиздюки могут убить. Саны страйк или что там, на закручивай. А, не, ничего. На ульт просто продмазки. Мамки. Мамки. Вот, если вашу цель атакуют. Да будет. Вашу цель атакуют, вы не можете ее засамонить. Вот так. То есть. Танков вам не удастся спасти. Которые врываются, там шейкеры, кинты жирные. Если вы там хотите, шейкер, ты врываешься, даешь прокаст, и я тебе самоню, блять! Только начнет самон, и его ударят после этого. Все это полетит к чертям нахуй. Будет исполнено. Такие вот, блядь, дела у Лазура. Наша задача в замесе какая, как думаете? Хилить? Да, форса ставить. Заливать МП, давать бэшку. Главное, и не на всяких там магов проебывать мисс, потому что за одну трансформу вы можете юзануть всего две бэшки, по-моему. Сколько откатывается? 12 секунд. Не, ну 3, ладно. 3-4 бэшки. Все равно недостаточно. На 5 секунд. А, кстати, 5 секунд, слушайте. Скиллы-то улучшаются, не только трансформы. Не знал, признаю. Признаю. А эрка, по-моему, вроде так и не улучшается, блять. Указанного союзника. Ну, если 15 секунд. Так, вот. Тинитюн! Срочно мид, самоним. Так, все. Already. Ну, спецназ, нас, кстати, уже спалило, все. Накрутка пошла. Расчет пошел. Хоп, тэшка. Но я пока не нажал, чтобы задело инвока. Смотрите на блядь. Будет исполнено. МП все-таки выжег, но ничего страшного. Нападаем. Ешкой. Даем всем меку. Наша задача давать меку. Ставить варды, блядь, закручивать тэшку. Ой! Ультанул! Бэшкой, их травить. Все, заебись. Унстрабли у нас! С меня выбили гем. Я ничего не нафармил. 2000. Короче, тима бомжей. 43-я минута, у них ничего нет. Такими героями бросать обоссанным саненьким таким вот инвоком Магнусом, это же полный, блядь, бредота. У одного пачина даже ПТ на манну, хоть ему охуеть как хватает ее соул рингом то 300 МП сразу появится. Короче, анскили. Я даже не выкупаюсь. Не выкупайтесь. Лазур такой герой. Не надо выкупаться. Борода большая, этим можно гордиться. Ну пиздец. Ладно, go dev. С фэш, с эфки. Тэшка. Все. Пачана накрутили. Тинитюн, иди-ка ты отсюда. А чё это такой дерзопакостный? Слышишь? Дерзкий, ёпта. Тэшка тебе, блядь. Ебло. Давай, Тини, МП что ли нет? Заливаем. МП у него все есть.
Ну молодцы, пацаны. Ну молодец, куда он динкается. Шмот есть, ума нет. 3200, 3800. Ну давайте возьмем барабаны. Не успеешь и глазом моргнуть. Да, я так быстро все куплю, что вы не успеете глазом моргнуть. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, барабаны, все, этот есть. И где вы? Где мой шмот-то? Что вам угодно? Где мой шмот-то, блядь? Рада видеть тебя. Все, барабаны есть. Барабаны нам дают бег и атак спид. Бег, атак спид. Вот сейчас Ти не мог его догнать без блинка, если были барабаны, ёпта. Юзаем смоук, бегаем, бегаем в смоуке. Типа нас не. Нас и так не видно, если чё. Хоп-хоп-хоп-хоп. Я боюсь, там варды могут стоять. Даже, скорее всего, стоят варды. И пацаны на Рохана пошли. Нет? Нет, не Рохан. Тогда точка, точка, точка. С юзаем эфку. Самоним нужно хера, вот всяких магичек. Самоним. Благодарить не нужно, не нужно благодарить нас. Лазор для этого и предназначен. Айнвок. Айнвок, а ты где? Ясно, он решил на халяву пофармить. С помощью иллюзий. Вы видели, как я мегу дал? Потому что у меня обычно форс-состав на единичку, а не на... Менять. Нужно поменять, поменять бинт. Этот соненький. Саненький. Ой, посмотрите, блядь, сука. У меня... На нам 5. Ну, короче... Ой... Сейчас мы этот парик посмотрите. Ой, что? Ой-ой-ой. Фу, так это толстые мобы. За них дадут там 100 адена где-то. Ну ладно. Вот. Как вам? Сколько? 68 мобов. Ну, это мало для... у Элазора на такой минуте... Ну, 200, может быть. На, реально говорю, 200. Не прилагает там усилий. Просто тэшить на лайне, если вы уходите с него. Но я не тэшил, потому что обоссанные, сука, саны, ланаи, лины, были со мной стояли. И гульи. Вот так, блядь. Которые ливают. 2400, что думаете купить? А я знаю, еще один хекс. Конечно. Хекс следующий арт. Хекс не бывает лишним. 5 секунд лягушки. За 5 секунд с лягушкой может произойти все что угодно. Keeper of the Light, например, харкнуть на вас. Харкнет, как что-то мы начинаем тащить. Где мой... Бля, денег нет. Денег нет, ёб твою мать. Бежим, бежим, пацанам. Нет, 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 на деф, на деф. Забейте. Сейчас актуально очень дефать. Столько мобов, столько деньжищ, а наши ребята справляются там. Молодцы, молодцы. Прям моя школа. По моим гайдам учится. Сколько? 10-12 мобов убил. 40 FPS. Почему такие слайды-то? Меня дедосят. Дедосят нашего коня. Ёб твою. Все. Один накрут. И каждому мобу по удару. И пиздец. Все свижены. 3300 имеем, да. Сейчас покупать нужно Мистик Стеф. Это всегда. Леет, не леет. Хекс, еще раз говорю, не бывает лишним. Не бывает. Закрутка, накрутка. Солнышко светит, нас сейчас видно. Наверное. Вот. Ой, бля, ой, какая ситуация, пиздец, короче, на деф, нельзя отдаваться. И сейчас сюрприз с этого, со склона им будет. Ого, невидимый Лазор, кастует. Мало хп отнимает, потому что все уже отожрались на ланае. Все, давайте, ну же, пацаны, ёб твою мать, блядь, если мы подходим... Хоп, бэшкой туда хуярим. Даю меку. Барабаны, все, юзаем, ёб твою мать, тинитён. Все, это конец. Пацаны.
Поднял, говорит, а еще что-то хочет. Так, слушай, Барачун, блядь, блондинец, ты что мне хочешь доказать? Что ты украинец, реально? Так, блядь, на лбу себе нарисую украинский флаг, ёпту. Я тебе проебашу в него. Ну, в лоб. Разобью яйцо. На Пасху. Ну все. Короче, герой более-менее нормальный. А. Как видите. Тима, если у вас говно, некому тащить. Это вам не латте, то это полная хуя. Всем пока.